привет, я Кирилл Киоск. Очень приятно, рыбаки на Волге, блядь. Вот идем заниматься спортом. Но я не спортсмен, нахуй. Вложух тебе, братан, не смотри на нас, дурной пример даем. Чё, бля, родился в Смоленске, начинал делать биты, 6 лет назад начал делать биты. Вот, но 4 типа года просто, ну 4 года чисто в стол, короче, все делал, писал. Типа, никуда ничего не выкладывал, был таким типа андердогом, а потом как-то, Человек серьезный, звонков. Вот звонил брат-близнец, у меня есть брат-близнец. Я охуел, кстати, когда вы сыграли. Бля, была такая тема, братан, короче, прикинь, когда в один день позвали играть в два города. Москву и Питер, а я еще в Смоленске тогда жил, то есть особо там никуда не переезжал, типа, это я сейчас в Москве живу. Короче, и прикинь, и типа типы пишут с одного города и с другого, и там нормально платят, и там. Я, короче, заряжаю своего, бля, близнеца, говорю, братан, давай, короче, это, отыграй за меня. Ой, бля, сейчас это болит. Оу! Хорош! Ой, ничего. И... А он сам тоже шарит, там немного типа знает, что как делать. И такой, ну похуй. Короче, уезжает в Питер, а я в Москву. И в итоге типа Киоск играл в двух городах в один день, да, прикинь, короче. И все типа, ну никто не выкупил даже, потому что с ним потом там, ну, подходили что-то, истории выкладывали, а там отмечали меня, типа, они его, понял. Вот, а так что, вот, да, типа... Но он тоже занимается хип-хопчиком? Да, он рэп читает, вот, получается, когда есть такая возможность. Но он смотрит, ебать, у вас комбо вообще. Да, по граффити мы вместе изначально начали типа двигаться. Вот, такая тема, что изначально-то я начал граффити рисовать, а не заниматься музыкой. Вот, ну вот, и он, короче, читает рэп, а я вот как-то делаю биты. Изначально для него я делал вообще биты, ну для себя, когда тоже читал. Меловматиксом, да, будет релиз совместный, типа Игорян Салют. Вот, будем делать. И будет еще два отдельных. Именно его полноценный и мой, короче. Вот, но это все будет, наверное, к осени ближе. Потому что сейчас лето, сейчас немного так начили на подготовке, короче, да, какой-то такой нахожусь. Да, и просто времени, да, вот маловато. А ты уже освоился тут? В Москве, да, да. Типа, я вот приехал. В конце вот, получается, осени, типа, в ноябре, в конце ноября, типа, и все. И вот, ну, уезжал там пару раз домой к себе в Смоленск, в город. Типа, так, чисто там с родными увидеться, там, и все такое. Ну, максимум, там, неделю. Вот, а так, типа, что? В Смоленске приобрел популярность? Узнавали, но с района? Ну, да, типа, да. Я знаю, Киоск. Много типов есть, которые изначально такие, типа, да ты еблан у нас, типа. Ничего не получится. Нихуя не получится, да, ты будешь вообще, ну, короче, так же, как и все, просто тебя будут знать, ну, на районе, но, типа, дальше нихуя. А теперь по-другому. И потом я встречаю как-то их недавно у себя на райончике, типа, ну, и они такие, блядь. Красава. Беру свои слова обратно, знаешь, короче. Вот, ну, как бы все равно нужно стараться больше, типа, двигаться, как-то, ну, поднимать уровень. Ну, пока что есть, то есть, типа, особо-то и не парюсь по этому поводу, типа, просто живу, типа, знаешь, и занимаюсь... Ты себя там чуть ли не преемником Хавша пророчит. Бля, ну, короче, хуй знает. Знаешь, такое, мы с Митяем тоже разговаривали по этому поводу, как бы и были, типа, моменты, но, типа, все равно как-то поддерживаем отношения с ним, общаемся. Типа, изначально-то вообще, когда в Москву приехал... Типа, еще до того, как вообще, типа, вот в этом году приехал, типа, это было года два назад, типа, вообще, первым делом я приехал, типа, ну, как бы я так еще особо-то в Москве не шарил, типа, не тусовался, вот, и что-то Митяй в гости там позвал к себе на студию туда, и я приехал, типа, как бы, да, вот, и вдохновлен чуваками, вот, как
бы понятно, что еще типа маловат, вся хуйня, но вот опять же, типа, просто больше стараний, знаешь, типа, и все будет нормально. По-любому. Вот. И как бы Митяй в каком-то плане, вот, даже считай, ну вот, типа, дал мне, типа, короче, пинка, понял, а. Типа, то есть, типа, ну, как надо делать, типа, как не надо, короче, вот такая хуйня. Вот, да, так что это Митяй, да, Митяй, респект. Да, всем пацанам респект, Dope 90s. Вот, да, кстати, так совпало сегодня, бля. Вот. Короче, да, вот. Ну и в принципе-то у нас, знаешь, в России битмейкинг, и, ну, я считаю, типа, развивается потихоньку. Типа, хоть и неспешно, но из российских. Да, да, да. Ну, полюбас, наверное, Меловматикса. Я еще когда с ним не общался, даже ну, слушал его, типа, когда мы даже не дружили еще. Ну вот, Бладкат, Тимоха, вообще респект. У нас с ним еще висит 4, типа, там, проекта, надо их тоже доделать, сделать. Вот. Просто я либо времени нет, знаешь, типа, либо еще что-то. Опять же, вот время, блядь. Все упирается во время. Ну вот, Dope 90s, типа, тусовка, ну, вся, в принципе-то, нормальная. Антоха, типа. Все пацаны крутые, типа, старики. Я всегда смотрел на, именно на вот на старую школу такую, знаешь, типа, на не молодых, а уже более таких, типа, чуваков, ну, которые в этом понимают что-то. Вот, а молодые, что, некоторые... Да и сам, что, блядь, мне 21 год, братан. Я вообще охуел, когда мы познакомились. Да, да. Типа, есть и крутые, реально, пиздатые чуваки, типа, ну, без имен тут, блядь. Ну, типа, просто есть много талантов, которые в дальнейшем, я думаю, что нормально все у них будет, типа. И они, типа... Ну, брат, это же, типа, наши бурлаки на айфе, рыбаки. Бурлаки на айфе. Да, смотрите, я всех пацанов собрал, привел, сам опоздал, нахуй. Ну, ничего, счастья, здоровья вам, удачи, блядь. Сейчас 40 отжиманий буду делать, не снимай. 40? Я, 32. Чего 40? А, 32, брат. Вопрос таков. Расскажи свой первый прием в полиции. Короче, первый, наверное, единственный, это, короче, был, когда я рисовал в Питере с Пашком. Мы, короче, рисовали в Новый год, вообще, типа, сейчас немного отойду от этой темы. Мы рисовали, короче, это вот 1 января, часа 2 ночи, наверное, все тусуются, там, фау-шау, салюты, вот эта вся хуйня. И мы, короче... особо. А? Не разгоняйся. И мы, короче, что-то дернули красить. Делали большой кусок. Когда рисовал еще за команду. А, и кстати, сразу к тому же вопросу к следующему. Я, короче, не в ТГР. Я как бы там уже давно не двигаюсь. Мы просто потеряли нить с некоторыми участниками этой команды. Ну, с некоторыми мы до сих пор на коннекте, как бы, и поддерживаем дружескую атмосферу, короче, в наших диалогах. Так что все, все нормально. Короче, вот, рисуем, типа, и выходят, типа, ну, ребята, так сказать, короче, ну, иностранцы. И начинают раскачивать за то, что мы, типа, побили их друга. И начинают что-то лезть с нами в перепалку, вся хуйня, короче, все, думаю, ладно, похуй. Потом в другой день, это вот, наверное, 2 января, вечер, все магазины с краской как бы закрыты. Благодаря чуваку, одному Спейсу с Питера, который держит журнал «Петрограф», мы заехали к нему, взяли краски. Вот это, ну, типа, он нам помог, реальный респект. Короче, взяли красла, поехали рисовать, сделали 2 куска за команду. На доме. И получилось так, что мусора ехали в одну сторону, короче. И Пашок говорит, сейчас за фотку, короче, на пленку. Мы вернулись. Мы уже от этого места отошли. Возвращаемся обратно, он фоткает на пленку. Все, и подъезжают, короче, копы на нашу сторону, разворачиваются. Такие, что тут делаем? Мы там что-то такси ждем туда-сюда. Ну и все, и, бать, нас под руки нахуй в эту машину, блядь, закинули. И вот, и как бы поехали в отдел, держали нас там часа 2, наверное. Мы просто ожидали чего-то, непонятно чего. Все, нас вывели, сфоткали, взяли отпечатки пальцев, там, все такое. Где живете, кто откуда, какой город, что, ну, типа. Меня там начали крутить, типа, что, приехал там, сюда-сюда, вот.
Ну и, короче, все. И вот как-то нас отпустили. Пашку пришел штраф нам туда. Пришел штраф, по-моему, там 130 рублей. А мне вообще нахуй ничего не пришло в итоге. Типа, просто как-то это все опустили, короче, этот момент и забыли про это. Вот это был вот как бы первый и единственный прием, вот именно когда я... Больше не было? Вообще никогда не было. Вот прям когда я именно сидел в полиции. А моменты были какие-то, чтобы люди там говорили, а, блин, зачем ты это делаешь? Ну, в смысле, ну это же всегда такая, это же исторически так сложилось, то, что, в принципе, граффитчиков общество-то особо и не любит. Не, некоторые люди адекватно относятся, как бы он различает, что серая стенка, блядь, это хуйня, а цветной кусок там будет явно получше смотреться. Да. Есть еще такая история, то, что по факту все равно... Как бы это все закрашивать будут на мои налоги, типа, и на налоги моих друзей, поэтому тут как бы такое... Типа, никому вреда особо и не идет. Да, 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 вот, поэтому, типа, как-то я особо об этом даже не парюсь. Вот. Почему киоск 22? А, во, короче, вообще, ну, у меня на районе, в Смоленске, типа, был рынок такой возле Кольцевой, там где трамвай разворачивался. Короче, там был павильон, назывался павильон номер 22, типа. И там продавались, короче, деки старые, типа, знаешь, там, с рэпом, типа, всякие, блядь, диски, хуиски, короче. Я, ну, я любил рэп, я и люблю рэп. В принципе, хип-хоп навсегда, блядь, реально. Я, короче, поехал, типа, туда один раз, типа, вот, начал закупаться там плотно, а там дед вообще старый работал уже тоже. Ну, по нему видно, что он, ну, пожил, знаешь. Вот, и я тут что-то либо заболел, либо просто не мог, короче, поехать. И, ну, просто, да, не получилось. И чувак, короче, у меня там кореш с района говорит, давай, что я сгоняю. Я ему даю бабки, типа, а там вообще хуйню, ну, там 200 что ли. Он приходит туда, типа, что-то, ну, смотрит, и нету его, короче, где он стоял. Ну, и в итоге потом, типа, оказывается, его кто-то поджег, понял, и он есть. Сгорел, нахуй. Вот, и когда я начинал, типа, делать биты, я думал, как назваться. Начал перебирать всякие неймы, типа, знаешь, по типу, как, ну, что-то типа тегинга вот этого. А потом подумал, да не, как-то примитивно. А сначала музыка была или стена? Сначала граффити было, да, потом уже музыка. Вот, и потом, типа, вспомнил что-то ситуацию, лег спать, проснулся, короче, и что-то, ну, типа, думал, типа, синонимы к слову, типа, ну, вот этот павильон, типа, куда-сюда, такой киоск, типа, ну, ларек как-то хуй знает. Ларек 22. Да, и, короче, типа, оп, киоск, нормально. Вообще круто. Типа, думал там, типа, может, и тегать, ну, вот, сейчас и рисую, как киоск, лицо не прячу, потому что и так все на тусовках, типа, меня видят, какой нахуй смысл, типа. Все равно все выкладывают. Да, ты уже на слуху вообще, да, так? Ну, не то чтобы, но многие, да, типа, говорят, что да. Вот. Да я на самом деле стеснительный пиздец в этом плане. Я вообще никогда просто так не жил, знаешь, чтобы меня кто-то узнал. И я думал, типа, блядь, да, похуй, что, он меня на районе пару собак там знает, но, типа, уже нормально, похуй. Вот. Вот, и, короче, и все, я думаю, ну, киоск, киоск, типа, там, оп, типа, павильон номер 22 был, киоск 22. Ну, еще я, типа, совместил то, что я 2002 года рождения, просто 2-0, типа, убрал просто 22, типа. Ну, да. Получилось. Вот, ну, и все, как бы, вот так и пошло, пошло, типа, более-менее, там, играл сначала в Смоленске много, играл. Потом меня, вот, первый раз позвали играть в Москву, это... Не помню, что за тусовка была, короче. Ну, какая-то, ну, короче, не помню, честно, не буду врать, не скажу. Вот, и именно такая вот прям нормальная тусовка, где я играл, это был огненный джем, и так совпало, что это была моя днюха, короче. И типа на свою днюху, вот, я поехал играть в Москву, устроил себе сам праздник, типа. Короче, вот, и мы поехали с братом-близнецом, типа, играть. Ну, он читал, я играл, вот. Ну, я считаю, что мы круто потусовались. Типа, отметили мой день рождения. Да, и я вот в тот же вечер познакомился с моим другом Никитосом, Тацом из ТСВ, с команды, он на Тушино, короче, живет. Вот, и как бы начали с того дня дружить. И респект пацанам, они реально, короче, встретили нас после уже тусовки, проводили до вокзала, типа, набухали нас что-то люто, но мы там шизили, тегали, пиздец. Бля, и, короче, я захожу в вагон, и я говорю, а у меня сегодня день рождения, и она такая, да я вон слышу, типа, чуваки, там просто, там, человек 20-15 начинают кричать,
Ну, типа, круто, респект, реально охуенные чуваки, до сих пор вот со всеми общаемся на коннекте, ну, поддерживаем связь, так охуенно, вот. Ну и все, и потом вот как-то начали звать в Москву, в Питер. Вот был вариант в следующем месяце, в июле, поиграть, короче, в этой, блядь, скажу, в Грузии, ебаный в Грузии? Да, типа в Тбилиси чел звал, говорит, я за все плачу, как бы перелеты, не перелеты. А у меня нет загранпаспорта, и я не могу это сделать никак. Типа, те, кто типа будут смотреть из тех краев, по-любому бы приехал, но просто не могу, блядь. Да, я думаю, будет еще возможность. Да, я думаю, по-любому будет в дальнейшем, конечно, да. Вот, а так, типа, что? Типа, сейчас в основном в Москве играем, только вот с Игорьком. Делали две тусовки BeatStation, одну делали в Москве, самую первую. Ну, получилось неплохо, типа, собрали очень много человек. В этом мире не бывает ничего, просто так. Очень много было людей, которые вот прям, именно вот прям пришли послушать битов, знаешь, без открытых микрофонов вот этих. Я не люблю это, если честно. Не знаю, типа, если здравые чуваки, да, хорошо. А есть такие, которые напиваются, разгоняют людей, все уходят. Типа, это противно слушать, и как бы на своей тусовке, ну, не круто такое вообще, в принципе-то, воспринимать самому даже себе. Да, ну ты в кадре чисто как американец, брат. Как организатор, да? Короче, и да, движ тут пиздец, LA, вот мы сейчас качаемся с пацанами. Сейчас гэнгстер. Вечером пойдем. Безалкогольное пиво. Да, пьем безалкогольное пиво, пойдем ограбим кого-нибудь нахуй. Вот. Накуримся крэком. Да, накуримся крэком, блядь. Цепей снимем с кого-нибудь. Нормально, короче, потусуемся, это будние дни. Вот. А что, как первую аппаратуру, как ты цепанул где-нибудь? Первая как аппаратура моя была, пиздец, вообще. Вот был у своей девушки дома, и у нее такой же Акай, но она там занимается вообще другим. Типа он, ну, такой брусок, там 8 пэдов и 8 фейдеров, и провод, все. У нас такой, да? Типа вообще... А можно эти уроки взять? Там что-то Акай ЛПД, что-то там как-то называется, я уже забыл. Вот, это самое первое, но это я не беру в счет, потому что, как бы, это, ну, такое, типа, ты знаешь, поигрался, продал. Продал его типу с района, который тоже хотел делать биты, но сейчас он уже, по-моему, не делает, он сейчас вообще хуй забил. Вот. И как-то, короче, вон, видите, вы с ними, видите, пришел в очках, бля. Всем привет. Короче, вот, и чувачок этот, короче, начал делать, потом хуй забил, тоже перепродал, там, другим каким-то типам вообще с района. Вот, потом и, типа, купил себе 32-ю МПД, типа, с ней я отходил очень много, типа, отыграл много где. Вот сейчас перешел более на аналоговые всякие темы, типа, MPC и так далее. Вот. Но с MPC, опять же, разобраться мне помогал Игорян Миловматик, потому что он больше в этом шарит. Я как бы особо, ну, я начинал с компьютерного софта просто, типа, и, знаешь, ну, такое, типа, не очень мне понравилось, конечно. Не, ну понятно, там можно что-то доработать, что-то там подправить, подставить там как-то. Ну а так на основе я бы вот не использовал. И опять же, типа, никто не опирайтесь на мое мнение, бля, оно может даже и не учитывается. Типа, как хотите, так и делайте биты. Я не учитель, блядь, тем более я еще молодой сам, может я через несколько лет скажу, что, блядь, все-таки на фрутилупсе лучше, знаешь. Типа и, блядь, так сказать, переобуюсь немного, блядь. Вот. Ну, ты в любом случае растешь, что-то меняешь, поэтому, да. Ну, да, 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 есть такой момент, конечно, да. Да и брат-близнец мой тоже, типа, за мной заметил тоже, что, типа, звучание как-то вот получается, ну, бля, вообще, типа, изначально, ну, все на советских сэмплах, типа, резалось, а потом просто я понял то, что нужно пробовать что-то обширнее, знаешь, мыслить как-то шире, типа, у нас дохуя возможностей, тем более сейчас эра интернета, типа, поэтому... Ну, доступно все, мы не живем в 90-х, где, типа, вообще... Только по всё... журналу читали, да, что делать. Ну, все режут только с винила, типа, и так далее. Вот, поэтому как-то... Вот так, сейчас как-то пытаюсь более разнообразнее делать биты, ну, не такие уж, ну, типа, сухие, грязные, как раньше, то есть... Сейчас со сведением поработал, свои, типа, да, еще там. И все вот это такое. Да. Хочется, конечно, добиться своего звучания, типа, но...
Все, наверное, сталкивались с такой проблемой, когда слушаешь бит, а он похож уже на чей-то, типа на другой. Да уже столько всего, уже, мне кажется. Да, 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 уже все давно, конечно, особенно типа чуваки старшие уже давно типа сделали из того, из чего делаю я, поэтому я как-то пытаюсь резать так, чтобы было неузнаваемо. Ну, пока так получается, вроде нормально, типа дальше не надо, короче, как пойдет. Все за битами к киоску. Да, бля. Ну, не, на самом деле очень... А? Как с сынком познакомился? А, вообще, короче... Ну, я бухал жестко. Я проснулся с утра, захожу в сообщение, типа, группы, что-то... Там кто-то что-то написал. И смотрю, типа, Никитос Бочи пишет, типа, йоу, типа, что там бит этот, варик взять, не взять, типа. Я такой, да. Все, у меня, типа, пацаны берут биток этот, короче. И он говорит, а на чем ты делаешь, что-то, ну, жирный бит, типа. Да, говорю, и пойдем. Я говорю, я, короче, ну, на драм-машине, все такое, типа. Ты до этого слышал, конечно, да? Цинкуродов? Да. Если честно, ни разу не слушал ни одного трека до того, как с ним познакомился. Когда познакомился, уже потом начал, типа, слушать, потому что я и на концертах играю, как бы, знаешь. Ага. И, то есть, на тусовках все равно я это слышу. Ну и как бы, знаешь, и когда на мои биты выходят новые треки, типа, ну почему бы не послушать, как получилось у пацанов. Вот, все, и он говорит, на чем делаешь? Я говорю, на драм-машине. Он такой, о, меня прикалывала всегда эта тема, типа, че, приезжай к нам на концерт в Москве, поиграй. Ну все, я приехал, и тут же мы на концерте договариваемся, что я еду в Питер, типа, и мы на следующий день в Питере уже все вместе, типа, тоже на концерте, вот. Заработал я, конечно, немного там, но все равно, типа, прикольно было поездить, знаешь, потусоваться, да. Тем более у меня там много друзей, знакомых, граффитосов, там, Пашок, Век, Йоу, Салют, пацаны тоже. Типа, и как бы это, то есть, ну, было в тему мне туда поехать. Ладно, если бы там куда-нибудь, блядь, не знаю, в, не знаю, в какую-нибудь, блядь, вообще в пердя какие-нибудь, у меня нету никого, знаешь, типа, и ехать, пиздец. Типа такое, поиграть чисто, там, вымотаться и обратно ехать еще, блядь, дня полтора, нахуй. Всегда, всегда было интересно, битмарь что в наушниках слушает, хип-хоп или просто бит? Просто ну, обычный просто день. Ну, вот, вот метро едешь. Ну, я люблю слушать, ну, хип-хоп, как бы и старый, то есть и русский, и американский, и французский рэп очень сильно люблю. Типа, слушайте, изначально начал слушать только французский рэп, вообще. Вот, потом уже и Америка, и все такое, типа, вот. Ну, как бы понятно, там Onyx, Wu-Tang, как у всех, наверное, типа, все начиналось. А сам не думал? Читать рэп? Так я изначально рэп читал с Близнецом. А потом как-то, короче, я не знаю, что вам... Я заебался искать биты для рэпа, короче. Начал делать просто. Ну, когда ты заебешься слушать рэп, начнешь его делать, получается. Да, я читал рэп, я читал все детство свое рэп, типа... А потом как-то, короче, меня переклинило. Мне очень нравились, типа, драм-машинки, как они выглядят, как они работают. Типа, и думаю, ну, блядь, ну, это надо, моё. Нахуй, по-любому. А когда рэп читал, что это за стилёк? Ну, олдскул, андерграунд, хип-хоп, типа, ну, как и всегда. Можно где-то найти, послушать сейчас? Сейчас, блядь, ну, демки есть старые, типа, потом там закинулись, что там ставить, может. Пишите комментарии, пацаны, мы хотим услышать киоск на бите. А помнишь какую-нибудь строчку свою любимую или там уж самое, которое больше всего понравилось? Бля... Слушай, да нет, наверное. Ну, любимых строчек моих нету, если честно, реально нету. То есть я как бы, ну так, не особо. Но вот у Близнеца у моего строчка там есть, типа... Сейчас как это... Что-то... типа... Сейчас как-то на ножах будет скоро битва за хайп, трупов будет куча, но всего лишь один пьедестал. Путаясь на пахне, найдешь, чего искал в стенах, вот тебе вся разница, мы просто в разных сторонах. Короче, потому что как бы разные стороны, то есть мы, ну как бы, знаешь, андерграунд, рэп, хип-хоп, старый. И как бы битва за хайп на ножах, вся хуйня, короче, ну тут как бы уже... Я не считаю то, что новая школа, типа, это плохо, это, конечно, прикольно, типа, но... Делать бы я ее не стал. Вот так я, наверное, отвечу. Потому что, не знаю, ну как-то я понимаю, как это делать, но я не понимаю, как это вот, вот так, знаешь, реализовать, типа, блядь. Да и пока, ну и типа, как бы не хочется особо. Ну, типа, двигаюсь, как двигаюсь. Знаешь, мне это как бы особо
неважно, знаешь, чье-то мнение, это не то, сейчас в моде то, ну, как бы, похуй. Я не слежу за модой, да, типа, мне похуй. Это, мне кажется, уже прошло время, когда было, хотя до сих пор все равно что-то модно бывает. Да, ну да, да, но сейчас как-то, видишь, типа, более-менее, это старый рэп, он, знаешь, возвращается, маятник в другую сторону качнулся уже. Ну, по-любому, потихоньку, конечно. Да, типа, вот. И, ну и все, как бы, знаешь, суперстары, блядь, в моде были там в каких годах. И уже вот там, в каких там годах, в 2018 или 2015. Циклично, ну, циклично. Да, все такое. Циклично, моды циклично. Во всех планах, одежда. Здорово. Здорово. Типа, обувь. Ну, всякая вот эта тема, типа, так же и с музыкой. Вот, поэтому я, ну... А из новой школы кто-нибудь слушаешь? Из новой школы? Нет. Слушай, да, бля... Если честно, ну, так из новой школы могу назвать, наверное, только моего братишку Вадима Шека, типа, бля, и все. Как бы, а так не особо. Ну, знаешь, не очень как-то котирую. Нет, котирую, но на постоянке не слушаю, короче. Могу так, типа, там, кто-то включит. Ну, типа, прикольно. И хуй забить, короче. Как поездка в Торопец. Ну, Торопец, да, это город, он относительно маленький. И мы вообще туда ездили с моим другом Никитосом, блядь, гоняли туда, короче, на новогодние праздники. У меня был выбор остаться в Москве, либо поехать туда. Я решил, короче, поехать туда, и мы двинули туда к его маме, там, все такое, типа, там, ну, как бы, все максимально круто, грамотно. Ну, после курантов мы пошли в клуб, как-то, не помню, Бакарди назывался или как-то так. И, короче, мы, бля, в этом клубе там что-то начали, ну, кирогазить там, выпивать. И получилось так, что... А я что-то стоял с другом, короче, в толпе просто бесился. И что-то, короче, я его такой, ну, типа, пихнул. И он говорит такой, типа, это, да что, хорош, типа, что-то туда-сюда завязываю. Я такой, да-да. И, короче, девчонка такая, типа, аккуратнее. Я такой, да я вообще, ну, типа, я тебя не трогал, типа, все нормально. И чел подходит какой-то, походу, ее брат или что, или парень, типа. И въебало меня такой, сует, короче. Я хоп, типа, такой, че, бля? И Никитос, короче, подлетает, типа, такой вот так, типа, нас держит, короче. Типа, разнимает, бля. И, ну, я понимаю, что надо, типа, я ему в ответ через, прям вот через своего кента, короче, вот так ему въебало, нахуй. Все, короче, какой-то чел меня там узнал. Говорит, что-то киоск там, отойди, вот так просто меня, короче, в сторону вот так как-то отталкивают, я что-то там пьяный. Ну, пиздец. И, короче, он берет, типа, разбивает ебал этому челу, разбивает ему, короче, голову об стеклянный стол, короче, стол этот разбивается, чел этот орет там за голову, держится, короче, пиздец. И, короче, потом мы начали ебашиться с какими-то жесткими мужиками, там, такие прям, ну, здоровые просто, ну, реально, мужики, блядь, типа, в возрасте. Вот, и, типа, что, и меня там... Чуть не задушили, короче, прикинь, типа, то есть я, типа, дерусь челом, меня вот так сзади обхватывают, короче, кидают на пол, я там что-то, я, короче, снизу начинаю челу насовывать, типа, ебало, просто меня чел берет, начинает душить, подбегают еще типы, начинают ебашить меня там по почкам, по ногам, короче, я там что-то как-то вот так закрываюсь, и просто в секунду вот так, хоп, и нет никого, я такой, смотрю, нет никого, и их уже там, типа, ну, разбирают там другие люди. Все, я такой поднимаюсь, типа, ну все, пока там копы не приехали, мы, короче, оттуда съебали, все. Бля, Торопец, Ван Лов, конечно, крутой город, блядь, но... Опасно. Ну да, так, типа, для здоровья точно. В Бакарди не ходите, короче, без дороги. Ну, кажется, россиянство, да, такое прям сильное? Ну там прям, понял, там прям, короче, такая лютая хуйня, да. Вот, ну так, типа, да, было прикольно, конечно, я прикололся с этой хуйни, реально, блядь. Какой тут в честь того, как сняли выпуск со мной, бля. Все тусуемся, вот выпиваем, пиздец, все коньково, все круто, блядь.